Давайте нам что-нибудь интересненько. Они стояли возле какой-то темы. Что они? Бутылку. Да тебе сказали, что ты смеешься. Хотят нас запутать. Смотри, Лафони, кстати, вот. Ну что, не, поэтому, видишь, это как вот. О, я знаю. Всем привет. Всем здравствуйте. Сейчас мы будем угадывать новогодние фильмы. Проигравшая команда выполняет желание, а если мы сыграем ничью, будем выполнять вместе. Бери, показывай. И это будет рассказать стих Деду Морозу. Раз, два, три. Пожалуйста, слова. А мы? Ну, это журнал, соответственно. Полбалла у нас есть. Это же сам фильм нас сначала угадай. Нет, который ну, ты один дома это. Который ты вместе знаешь. Плейбой, мне кажется. Журнал Плейбой? Ё-моё. Повезло. По-моему. Папа Новый Год. По-моему, здравствуй, Папа Новый Год. Нет? Может быть, алкоголь там какой-то, пиво, бутылка. Бутылка, да, алкоголя. Фильм. Пьяный Санта. Борода его нет. Плохой Санта. А, вот ты про розовый слон говорил, да? Это Иван Васильевич меняет профессию. Может быть, что он там смотрел? Слушай, да. Телефоном, по-моему, нет там или что-то? Что у него в руках там было? Слушай, подожди, сейчас. Там левая рука, получается? Стопка. Что-то он что-то читает, ну, на что-то смотрит, получается, он, наверное, или... Не, ну, 100% он туда смотрит. Ну, что-то у него, значит, в руках такое. Значит, что прочитать ну, или что-нибудь. Пацаны, ответ. Телефон же не может быть у него. Время. Не было твоего телефона. Слушай, да я не помню. Стопку нужно держать. Телефон, да. Телефон, да. Нож. Точно. Этот. Операция «Ы». Я же только начал смотреть этот фильм, не дошел до него. Так что посмотрел Афоню, кстати, вот. А этот я не помню. Кавказская пленница. Кавказская пленница? А, банка с молоком, нет? Я знаю. Подожди. Они стояли возле какой-то темы. Что-то они набирали. Лимонад какой-нибудь, пиво. Конкретно. Пусть будет молоко. Что это? Пиво? Кружка пива, да. Я просто знал. Это елки? Ну, елки. Телефон. Здесь ты точно телефон перезвони там. Просто так? По паспорту он звонит. Ну, может быть, они хотят нас запутать. Ну, давай телефон, короче. Да? Телефон? Ну, давай. Телефон. Что это? Алкоголь. В принципе, он же маленькую тогда даст. Давайте нам что-нибудь интересненько. Полицейский с Рублевки. Полицейский с Рублевки. Новогодний причем. Полицейский с Рублевки. Передает ему. Я смотрел этот фильм. Я не помню, что там передавал. Бутылку. Ну да, но я не знаю. Мы все равно не знаем. Пусть бутылка есть. Бутылка. Да. Кофе? Кофе, да. Стаканского. Это Гринч. Ну да. И у него там этот, скорее всего, песик его. Как а мы можем? Макс, песик Макс. Хорош. Сразу читается, у кого ребенок есть. Как понять, что это за фильм? Это фильм. Потому что там какие-то привидения летают, или что это сверху? Я не знаю, ты знаешь? Ну хотя бы подсказку, такой тяжелый вопрос. Ну да. Ну что, попробуем? Ну, как бы Москва, получается, да, вот эти все купола? Это Россия, ну... Ну, понятно. Мне просто эти сказки же, они не все... Это значит, наверное, Морозко, скорее всего, потому что он же более русская сказка. Да. Ну да. Морозко, может быть. Нет. О, я знаю, что... Ирония судьбы. Ирония судьбы с легким паром. Сейчас я скажу. Гитара. Не думаешь? Может быть. А, гитара. Да. Гитара.
Что потом мы-то можем? Да, гитара. Ну, это этот. Я вот только начинаю вот эти все советские фильмы смотреть, тоже до него не дошел. Еще. Можно мы ответим тогда? Вы знаете? Ну, говорите. 12 стульев, я не знаю. Это бриллиантовая рука, гипс. А-а-а, точно нет. Чего? Не знаю эту сказку. Ну, вот это уж мороз, конечно. Наталья, это уже не мороз. Может, какой-нибудь аленький цветочек? Слушай, не помню, че, вот честно. Или это Золушка? Не, подожди, давай потом. Это когда... Да, мачеха, да, когда там, да? Так все говорила ей, что она самая лучшая. Ну, это опять Морозко, когда она ушла там. Так это Морозко, кстати, есть. Морозко, да. На предыдущем был Морозко, не может быть два раза Морозко было где. Морозко. Я отвечаю, Морозко. Товарищ Гизеркальца. А, не, ну да, два раза Морозко. Что-то, поэтому, видишь, это как вот... Дед Мороз, отличный дед, шубу теплую одет, с бородой и с мешком. Он приходит в каждый дом, исполняет все мечты, в гости жди его и ты. Молодцы. Здравия. Вам подарочки, да, и подарочки от деда. Доставай. Спасибо, да, дедушка. Спасибо. Дорогие друзья, поздравляем всех вас с наступающим Новым годом. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. С наступающим, друзья, всех благ и крепкого здоровья.